поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою, живой во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление плоти всякой. И не будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душею, живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет. И он умер. Глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай и Аван. Фувал, Мешех и Фирос. Сыны Гомера: Аскеназ, Рефат и Фогарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Китим, Даданим. От них поселились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама, Рафтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом, и потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод пред Господом Богом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в
земле Синар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавов, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Кослухим, откуда вышли Фемистиняне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей, Хифамей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона, Герару до Газы. Отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Цеваиму до Лаши. Эти сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их, были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Яфетова, сыны Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам и Канаан. Сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Канаана, Канаан родил Саулу, Саула родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена. И имя брата его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа и Ераха, Гадарама, Узаха, Диклу, Овала, Авимаила, Шефу, Афима, Хавиллу и Овава. Все эти сыновья Иоктана, поселения от них, от Миши до Сифара, горы восточной. Эти сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. Глава 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь, посмотрел город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Арфаксад жил
35 лет и родил Каинана. По рождению Каинана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад Каинан жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фалек жил 30 лет и родил Рагава. По рождению Рагава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей и умер. Рагав жил 32 года и родил Сируха. По рождении Сируха Рагав жил 207 лет и родил сынов и дочерей и умер. Силух жил 30 лет и родил Нагора. По рождении Нагора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нагор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нагор жил 119 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фарр жил 70 лет и родил Фарру.